Приветствую вас, зрители и подписчики канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматический пистолет «Гунтер П-26». Комплект поставки включает в себя сам пистолет и руководство по эксплуатации с гарантийным талоном. «Гунтер» — это финская компания, производство которой расположено в Тайване. При этом разработка пневматики производится в Финляндии. Внешне данная модель повторяет швейцарско-немецкий пистолет «Зигзаур П-226». Корпус изготовлен из прочного полимера, окрашенного в черный цвет. Рукоять имеет очень удобную эргономичную форму и шероховатую поверхность для обеспечения максимально удобного хвата пистолета в руках. Магазин металлический, он-то и придает вес этой конструкции. В него устанавливается баллончик с газом CO2 на 12 грамм, который здесь служит источником энергии. Кстати, одного баллона хватает более чем на сотню выстрелов, что является одним из рекордных показателей. При этом максимальная скорость выстрела достигает 120 метров в секунду. Стрельба ведется стальными шариками калибром 4,5 мм. Зарядность пистолета 20 штук. Пистолет сконструирован так, что в нем минимальное количество подвижных элементов. Это обеспечивает отличную надежность и прочность конструкции. Также позволяет сохранять энергию. Отсюда мы и получаем такую экономичность. Пистолет предназначен в том числе и для прицельной стрельбы. Для этого имеется встроенная мушка и целик. Также имеется планка, куда вы можете установить дополнительное прицельное оборудование, например, лазер или тактический фонарик. Данная пневматика подойдет не только начинающим стрелкам и подросткам, но также и любителям пневматики. Приобрести этот пистолет вы можете на нашем сайте. Кстати, цена на пистолеты «Гунтер» очень привлекательная. Торопитесь, пока товар есть в наличии. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».